Turędy na Nasielsk. Do Nasielska. Pojedyncza jednostka. Fiat R160. Siódem do Nasielska. Miałem później pojechać. To teraz. Skrzynka idzie. Zegrza. Stacja Warszawa Młyn. 6 km. Metro Młynów. Następna stacja Warszawa Komór. Stacja docelowa Nasielsk. Stacja Warszawa Komór. Następna stacja Warszawa Pomorze. Stacja docelowa Nasielsk. Tabliczek tylko z fotografowania. Jeszcze. Następna stacja. Warszawa Gdańska. Thank you.
No a ten stroje to 19 zł. Proszę. 19 zł. 19 na trinnikach nie będzie co robić. No może dzisiaj w dołkie przydodusi. Następna stacja. Warszawa ZOO. Widzisz, zmieniając. Stacja do celu. Na zdjęciu płacę. Na kamerę na 105. Jak się chyba 1000 euro prawo na tydzień. No 15 na 15 na 100. To zmieniają coś. Pojedę, pojedę. Tak jak w ciągu zyskałem informację, proszę to będzie. Na zdjęciu się pojedę, nie gryzę na 100. A i ten taki szereg też mógł krepić do pieza, tak? No po prostu ta jedyny tri. Ja ta tri pluje. No co nas robimy, ja tutaj tri, tam co nas robimy. Tak, co nas robimy 6. No i to za jedyny czy za tri? Za tri, te tri. Gdzie ty, jeśli to podeszło? N3. A, N3, no normalny U, a U, no to właśnie tam tri, na 100%. Главное, там же есть партия не одна, там оппозиционная партия, которая поменяли время голосования. Депутат оппозиционной партии после вчера. Ну, такое, в него что-то никакой постоянной депутации, да? Была. Была. Вот. Ну, еще и пара зубов, конечно, нет. А сегодня он в парламенте выступал в таком виде. Ну, правда, уже с повязкой был в лице. Чтобы, чтобы не говорили, что на протесте были сатанисты. Скажут, что наркоманы, противная штука. Let's go down, yeah? The whole space. Конечно, послов, я не делаю уже даже много, то есть вся ночь просто за спальню не поставлю. Интересно, насколько хватит? Мне кажется, их должно на дольше хватить, если не погорячей. Конечно. Ну, я все понял, что не пойдет, но, по крайней мере, продолжим быстрее. Кто будем здесь играть? Нет, нет, мы здесь после этого. Станция Варшава Прага. Пересмотр, я тоже пересмотр. У нас будет буквально следующий пост. Это ты опять же Беларусь на первый жесткий. В прошлом году же не покупали, так называли. Там обычно сейчас, по крайней мере, пакуют тех, кого ловят, а те, кого не ловят, они не охотятся. У нас в 20-м после того года там... Тут вообще там еще другие люди ловятся, хватит. Эти буквально те же самые люди, что и в том же году. Ну, мне кажется, это очень потихо, если уже такие, ну, у них буквально еще делают, не самые обычные законы в переносе. Это, ну, так это же сам еще прошлый счет. Нет, там просто у них не получилось, они не прописаны. Ну, вчера там нас закрыли, за все прочее, и прям, ну, почти на год. Вот они стировали, буквально перед этими протестами на улице. Nie, nie,
Nie. Tak, temu z ciebie też były dostępne w PK i Google Play'a po prostu. On to się nie był. Две приложения. Но это все равно не то. Не такой функционал, как у обычного приложения iOS-овского. Но на айфонах оно было доступно. Наш. Через одну ключ. Мама, привет, Чет. Классные по времени, время приключения. Время приключения там чисто 1-1. У меня есть лимит на колдокарту на скрывание. Может, опять как дурака, со стилем. Со стилем. Вообще, кстати, этот же... Дженга. Завтра надо идти за этим, за мясо купить, надо не забыть. Новый двор Мазовецкий. Это все равно, здесь надо прям билет. Хотя нет, на телефоне что-то покупается. Нам на выезде надо сейчас. Ну это все же, что же я повышал, да, это уже так. Может, вот так. Стань! Была такая большая разница, я когда уезжала из Беларуси, еще такая, как это, ну, стасна такая ранняя, еще только, знаешь, расцветала почка. То есть она пришла, что вот это. Ну, это разница, потому что, ну, было же, когда... не на масленице, но вот месяц назад тоже выходные, которые прям жаркие были. А потом опять снова голодры были. Да, ну это была польская. А 5 числа, 5 что, воскресенье, православный праздник. Да, да, да. Я не знаю, где здесь покупаются все прибомбасы, что яйца показываются. Либо жена вежит. Приходи к нам. А какие тебе нужны бибасы? По лукатманку учили. Жалопой лука. Только я приходил в течение дня девочки консультацию при игре. Ну, вы можете посидеть в комнате. Ну, сидеть в бане, заход. Давайте придумаем какие-нибудь салаты, да. Такое вот. Что есть в ванной? Ну, не знаю, учитывая, что воскресенье, так можно что-то сделать. Нет, зачем? Просто сестра, если план будет выжить, но я не против защитить. Не, ну вот, можно подумать, как ты смотришь, когда есть сильная суббота. Ну, жирно, жизнь, она, как бы, у тебя не так много дней, если ты сделал, я просто посидел. Вот именно, я не хочу на парке просто посидеть. Ну, может быть, есть шашлык на парке делать, я не знаю. Мне кажется, еще больше смотрит. А да? А у них в этот же, да? У нас отправят пасту, да? Я уже была. Это Почему я кричу? Просто... Серьезно?
но новый в Мозовецке, это здесь же, так что через 2 метра станции две. Ну, она если бы видела, чем остальное, она не через так, она не видится до меня, да. Да я не про Мамиху. Короче. Окей, летом. Стация доцелова. Ну, все, все, на yeah.